Amirem, Alidon, Cher, Cher, Alinon. Господин посол изволит сказать, что его величество, могущественный властитель 39-го царства, 30-го государства, сердечно приветствует вас, справляется о вашем здоровье и шлет вам самые добрые или, по-нашему, самые сладостные пожелания. А по-ихнему это гораздо короче выходит. Сердечно благодарю. И прошу передать его величеству мои самые наилучшие пожелания. Таратаналадан, таратара, алинон. 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 Прошу садиться. Господин посол, сказать правду я знаю о вашем 39-м царстве только по сказкам. Чего хорошего в вашем государстве? Зинга каратундем. Азамен алибан блямс шерешера кардам цер. Господин посол говорит, что страна, откуда он изволил прибыть, изобилует рыбой и птицей. Богата перцем, корицей, миндалем, изумрудами и бирюзой. Но более всего она гордится необыкновенными, единственными в мире семью чудесами. Какие там у вас чудеса? Калитен бамбуркас. Алинем бамбуркас. Чентра лента, кускус, линакут дарен. Чудеса эти таковы. Скатерть, которая сама готовит и подает лучшие в мире яства и превосходнейшие напитки. Семимильные сапоги, шапка «Спрячь меня», волшебное зеркало, летающий ковер. А какие же остальные два чуда? Калитен бамбуркас. Чентра, фью, фью. Зинг-зинг. Каюк, да-да. Ее величество, государыня, царица, его высочество, наследник, цесаревич. Алинон царина, эт алитон принцен чадарен. Ваше величество, позвольте вам представить господина посла Треклятого, виноват, как бишь его? 39-го царства, 30-го государства. Жаль, что вы опоздали, ваше величество. Тот господин посол рассказывал нам о семи чудесах, которыми славится его царство. Это очень интересно. Ну, прошу вас садиться, господин посол. Алинон царина цадетшадан. Вот только я не все пять чудес запомнил. У меня все записано, ваше величество. Это хорошо. А про шестое и седьмое чудо вы, кажется, еще не успели нам перевести. Как это господин посол сказал? Фью-фью. У меня все записано, ваше величество. Что-то вроде фью-фью и зинг-зен. Совершенно верно, ваше превосходительство. Фью-фью – это волшебные флейты или дудка.
Тот, кому довелось ее слышать, никогда не забудет сладостных, ласкающих слух звуков. А Зинг-Зенка... Ах, я так бы хотела послушать волшебную флейту. Я очень люблю музыку. А как ваша флейта играет? Сама или ей нужен музыкант? А... Сию минуту, Ваше Величество. А камен фью фьюлюлин ули драдан азандар? Драдан? Азандар? Лей азандар каюк? Кутуз батар? Турмата? Что же вы не переводите? Это, Ваше Величество, не так-то легко перевести. Ну, почему нелегко? Ну, переведите, пожалуйста. Извольте, Ваше Величество. Господин посол говорит, музыкант дудки нужен, хоть она и волшебная. У них был такой музыкант, да недавно помер, стар был очень. Но говорят, Ваше Величество, что такой музыкант имеется у вас, но он, не во гнев вам будь сказано, в тюрьме сидит. У нас? В тюрьме? Верно, не за музыку сидит. Впрочем, я ничего об этом не знаю. А вы, господин канцлер? Простите, Ваше Величество, я ровно ничего не знаю. Вы никогда ничего не знаете. Расследуйте это дело и доложите мне. Слушаюсь, Ваше Величество. Так вот, господин посол еще изволил сказать, что ему поручено осведомиться, не угодно ли Вашему Величеству отпустить этого музыканта в наше царство. Он и у нас может в тюрьме сидеть. А когда понадобится на дудке играть будет? Ну, это мы еще посмотрим, подумаем. Что за седьмое чудо? Зинг-зенг, Ваше Величество. Это волшебный меч. Он, если это потребуется, рубит головы налево и направо. Его так и зовут. Меч 100 голов с плеч. Ага. Сам рубит. Сам. Вот это и в самом деле полезная и ценная вещь. Из всех чудес я, пожалуй, выбрал бы волшебную скатерть, да этот зинг-зенг. Я бы выбрал зинг-зенг. Меч 100 голов с плеч. Я бы с ним все царство покорил. Зинг! Зинг! Алитон Принцен. Этого переводить не надо. Наш наследник по молодости своей иной раз говорит лишнее. А где же ваш царь этакие чудеса раздобыл? Ну... Простите, Ваше Величество, но это, как говорится, государственная тайна. Известно только, что за свои 7 чудес наш царь полцарства отдал. Да и я бы за них полцарства не пожалел. А милан, алинон, малем, малем, тара. Господин посол сердечно благодарит Ваше Величество за милостивый прием, желает вам прожить на свете 1000 счастливых лет и увидеть правнука своих правнуков. Да неужто он это все 3-4 словами сказал? Такой уж у нас короткий язык. А, вот как. Ну, поблагодарите господина посла за посещение. А милан чер. Чер, а милан. Только и всего. Замечательно. Чере милан. Министра внутренних дел сюда. Он ждет за дверью, Ваше Величество. Здравия желаю, Ваше Величество и Ваше Высочество. Чего у нас нового? Ничего нового, Ваше Величество, все по-старому. А есть в нашем царстве какие-нибудь
чудеса. Никаких чудес, ваше величество. Все спокойно и благополучно. Дурак. Рад стараться, ваше величество. А что за музыкант сидит у нас в тюрьме? А знать не знаю, ваше величество. Мало ли кто сидит. Расследуйте. А пока вот что. Извольте немедленно вывесить на всех домах, оградах, заборах и верстовых столбах мой высочайший приказ. Записывайте. Тому, кто доставит в течение 3 месяцев во дворец ниже следующие чудеса, список возьмите у канцлера. Обещаю в награду полцарства. Ваше величество! Ну, треть моего царства. Как можно, как можно, как... Прошу не перечить мне. Ну, четверть. И быть посему. Чего ж вы медлите? Дозвольте, ваше величество, список чудес посмотреть. Дайте ему список. Вот удивительно. Чего удивительно? А то, что совсем такие же волшебные вещи нам нынче один человек предлагал. Дворянин, землевладелец, местный. Он только что был здесь и почтительно просил передать вашему величеству всепокорнейшую просьбу соблаговолить. Чего? Ой, научись бы хоть у этих чужестранцев говорить покороче. Чего соблаговолить? Посетить его загородный дом и принять от него в дар весь этот волшебный инвентарь. Принять в дар? Слава Богу! Вот это другое дело. Почему же он к себе меня приглашает, а не может доставить вещи во дворец? А он говорит, ему боязно вести их сюда, как бы не похитили. Слушайте, вы, господин канцлер, извольте сегодня же побывать у этого дворянина и разузнать все как следует. Слушаю, ваше величество. Ежели все в порядке, завтра же мы поедем к нему в имение. И посла этого треклятого, то бишь 3/9 царства, пригласить с переводчиком. Пусть увидит, что не только у ихнего царя чудеса есть. Постойте, что еще? Да, отрядите туда собственный моего величества конвой, чтобы меня с царицей и наследником сопровождать и чудеса во дворец доставить. Поняли? Слушаю, ваше величество. Рад стараться, ваше величество. Ой. Боже, меня. Храни. Ну что, все приборы на месте? Все в порядке. Так скажите, сделайте милость. Зачем? Ну, значит, нужно. Ты зачем от ворот отлучился? Сказано тебе, сторожи, покуда царский конвой не прибудет. Они ж царь под конвоем ходит. Вот! Полоумный! Ну смотри, коли еще слово скажешь! Молчу, молчу! Я доложить хотел. Цветы привезли, можно их пропустить? Цветы можно. А людей? А много ли там людей? 2 мужчин и девушка. Зачем столько? Так ведь и цветов много. Что... В саду посадить, что на господский стол поставить, что... Ладно, пропусти. Только пусть побыстрее, поживее работают. Скоро высочайшие особы прибудут. Никак все же не пойму. Ну зачем нашему барину все эти вещи царю дарить? И тебе не надо понимать. Графами они хотят стать.
наши господа. А тут такой случай. Здравствуйте, почтенный. Куда цветочки девать? Вы куда? Кто такие? Мы! Мы больше ножницами работаем. Чик! Чик! Как так ножницами? А мы кусты подстригаем. Вот и в вашем саду можем подстричь. Они у вас, видно, давно не стрижены. А девушку зачем с собой привели? Как зачем? Цветы в букет собирать. Она у нас на этот счет мастерица. Верно, пускай букет собирает. Девушка на вид скромная, да и сама приятная. Это ты сразу приметил. Только знаешь что, брат? Ты бы не в свои дела не совался. Сперва барыню надо спросить. Да я барыне на глаза могу не показываться. Я вам помогать буду. Девушка она, прямо скажу, хорошая, учтивая и проворная. А если ее приодеть как следует, так она и за столом может прислуживать. Ну нам не досуг разговор разговаривать. Пускай пока букеты собирает, а там посмотрим. А вы идите в сад. Да поторапливайтесь. Да мы живы. Чик, чик, и готово. А ты, девушка, смотри, старайся. Уж постараюсь. Мы друг другу не родные, а живем как братья. Мы бродячие портные, шьем штаны и платья. Тура-ру-ра-ру-ра-ра, тура-ру-ра-ру-ра-ра, тура-ру-ра-ру-ра-ра. Все-таки доложу о ней барыне. Зачем? Без барыни нельзя. Вон как ты цветочек цветочку подбираешь. Смотреть, Люба? Ну и красавица же ты. Спасибо на добром слове. А можно вас спросить? А? Это и есть умные вещи? Ну, умные они или не умные, не скажу. А верно, заколдованные. Либо научные. Сам канцлер приезжал и собственноручно все вещи по местам расставил. Потому и написано, руками не трогать. Только ты никому не болтать не смей. Я не болтливая. Вот в эту вазу. Водиться бы. Ну ладно. Вот я сейчас тебе воды принесу. Я и сама могу. Нет-нет. Уж позволь услужить тебе. Приглядни тебе. Я еще ни одной девицы не видывал. Вот и водиться тебе. А где ты? Где? Ха, пропал, да и только. Постой-ка. А все ли у нас уцелело? Ведь мы эту девицу-то первый раз видим. Нет, как будто ничего не унесла. О, а платочек здесь оставила. Нарядный какой. Ух ты! Нет шапки. Ой, шапки нет. Шапки нет, ой, шапки, шапки. Ну, а девчонка-то где? Не знаю. Как не знаешь? Ну, отпросилась домой переодеться. Ну, хорошо, что убралась. Барыни наотрез отказали. Еще на меня напустились. Как ты говорит, старый дурак
Сам того не понимаешь, что нельзя безвестную девчонку в дом брать, когда мы высочайших особ ждем. Царский конвой прибыл! Эй, ты дубина! А ты собери-ка поскорее цветы, да вымети все, что на полу останется. Живо! А сними их, величество, царь и царица с наследником цесаревичем прибыли. Их величество прибыли, их величество прибыли. Их величество прибыли! Их величество прибыли! Живо! Убрать это! Убрать! А где музыканты? Купли! И конвол! А где это? Где это? Где это? Дочка! Здравствуйте, милая барышня. Благодарю. Ой, это не вам, это царице. То есть, ее величеству. Вот как. Не беспокойся, я отдам, отдам. Мне чужих букетов не надо. Так это и есть ваши волшебные вещи. Они самые, ваше величество. Не угодно ли будет осмотреть их? Ага. Скажите, а где здесь меч? 100 голов с плеч. Есть он у вас? Тут он, тут. Зинг-зенг. А почему вы держите его под замком? Очень уж он страшен, ваше величество. А кроме того, мы не успели расспросить продавца, как с ним обходиться. Ну, мои генералы разберутся. Взять волшебный меч на пустырь для испытания. Слушаюсь, ваше величество. Но позволю себе обратить внимание, ваше величество, что здесь присутствует посол иностранной державы, а переводчик... Ну и пускай себе переводит. Я нарочно говорю громко. Ха, пусть знает. А шапка-невидимка где? Здесь, на этом столике, ваше высочество. Тут нет никакой шапки-невидимки. Ваше высочество. Она здесь, на этом столике лежала, ваше где высочество. Где же шапка? Почему ее нет? Ваше она шапочка. Здесь, ваше величество. Только ее не видно. Не ведь на то она и невидимка. Но как же ее надевают? О, это очень просто. Но прежде всего я предложила бы их величеству проследовать к столу и слегка подкрепиться. Ну что ж. Признаться, я немножко проголодался в дороге. А зачем же к столу? Ведь у вас есть волшебная скатерть. Все кушанья у нас в нашей самобранке. Но мне кажется, что за столом сидеть гораздо удобнее. Пожалуй, что так. Прошу к столу, ваше величество. Прикажу немедленно подавать. Прошу к столу, господа. Thank you.
Очень вкусно. Прям-таки волшебно приготовлено. Это что, самобранки? Перед самым вашим прибытием сняли. Вот вы давеча нам про свои чудеса рассказывали. А теперь полюбуйтесь нашими. Господин посол счастлив познакомиться с вашими чудесами и заранее уверен, что они намного превосходят наши чудеса. Это делает честь его скромности. Разрешите провозгласить первый тост за здоровье его? Да не спешите. Это потом, когда мы будем пить шампанское. А сколько же вы заплатили за ваши чудеса? Стоит ли говорить об этом, ваше величество? Это такая малость. Ну, все-таки. Совсем немного, ваше величество. 1050 золотом. Ну, или что-то в этом роде. Мы так счастливы преподнести вашим величеством этот скромный подарок. Господин канцлер, прикажите-ка завтра выдать нашим радушным хозяевам 100 000 золотом. Слушаюсь, ваше величество. Да приготовьте мой высочайший рескрипт о том, что я возвожу дворянина такого-то в графское достоинство. Поздравляю вас, граф. Всепокорнейше благодарю, ваше величество. И право, я не достоин такой чести. Поздравляю вас, графиня. Тронута, ваше величество. Поздравляю вас, графиня. Что? Я тоже графиня? Как странно. Ура! За здоровье! Что это вам не сидится? Скажите, граф, подает ли ваша самобранка шампанское? Всевозможные вина подает, ваше величество. Полагаю, что и шампанское. А, вот его-то мы и будем пить. За здоровье нового графа и новых графинь. Велите-ка, граф, самобранки подавать. Ну-ка, скатерть, самобралка. Простите. Самодрал. Простите. Ну-ка, скатерть, самобранка. Развернись. Что это? Да что тут творится? Как вы смеете? Она с ума сошла. А дарам, каратен малем дара. Срам какой, посол здесь. Уладьте как-нибудь это дело. Сию минуту, ваше величество. Прошу успокоиться, господа, это всего только недоразумение. Прошу садиться. Просто маленькое забавное недоразумение. Да, что-то вроде неудачного фейерверка. Знаете, как это бывает? Вспыхнет, зашипит,
выстрелит, а вреда никому не причинит. Так вы говорите, сударь, что скатерть была в порядке. В полном порядке, ваше превосходительство. Она превосходно кормила. Должно быть, в ней что-то испортилось. Все-таки сдайте вещи. Его превосходительство, господин посол, изволил сказать, что все вещи на свете, даже самые волшебные и умные, могут портить. Ну вот! И у нас это бывает. Вот как? Ну а ваш зинг-зенг, меч 100 голов с плеч, тоже иногда портится? А? Так точно, ваше величество. И с ним это бывает. Разойдется, бывало, и рубит голову, не разбирая и своим, и чужим. Какой ужас. А нельзя ли его как-нибудь, ну что ли, усовершенствовать, чтобы он только чужие головы рубил? На волшебные вещи управы нет, ваше величество. Так значит, все ваши волшебные вещи тоже иногда пошаливают. Есть и более надежные, ваше величество. Например, фью-фью, дудка по-вашему. Она совершенно безопасна. Хотя и фальшивит, когда на ней плохой музыкант играет. Это, конечно, очень неприятно, но не страшно. Может быть, кто-нибудь попытается сыграть и на нашей дудочке? Вы разрешите, ваше величество? Пожалуйста, только поаккуратнее. Пускай наш иностранный министр попробует. Он человек осторожный, на любой дудке умеет играть. Хоть подчас и не те ноты берет. Извольте, ваше величество, но... Вы не сомневайтесь, ваше величество, дудочка прекрасно играла. Играла. Ну вот, вы слышали, ваше величество? Значит, я правду говорю. А кто это сказал? Чей это голос? Чей голос? Что? Ваше величество, представьте себе, это оказывается эхо. Ну, если это и вправду эхо, то оно, конечно, во всем согласится с вами. Так вы говорите, что дудочка прекрасно играла. А кто играл на ней? Не помню точно. Какой-то музыкант. Музыкант. Опять эхо. А где же он сейчас, этот музыкант? Право, не знаю. Нет, знаете. Слышали? На этот раз ваше эхо, кажется, не согласно с вами. У нас в доме никто со мной не согласен, ваше величество. Я к этому давно привыкла. Эхо и то спорит со мной. Ну уж если ваше эхо не только чужие слова повторяет, а и спорить умеет, так не скажет ли оно нам, где же этот музыкант? Да, музыкант. В тюрьме. А не знаешь ли, эхо, за что он туда попал? Верно, украл что-нибудь? Нет, у него украли. Ага. Да, ваше эхо прямо-таки можно вызывать в суд свидетелем. Что же у него украли? Дудку.
Ваше Величество, да какой же свидетель эхо? Мало ли что она сболтнуть может. Да оно ведь не отвечает за свои слова. Так же, как и вы. Однако в чем тут дело? Мы уже не первый раз слышим об этом загадочном музыканте. А теперь о нем даже эхо заговорило. Ваше Величество, а не прикажете ли вы его сюда привести? Сюда? Угу. Ну, хоть на несколько минут, Ваше Величество. Мы посмотрим, что это за человек, о котором даже за границей в 39-м царстве знают. Ну что ж, пожалуй. Послушайте, генерал. Что прикажете, Ваше Величество? Поезжайте, привезите сюда этого музыканта. Можете взять мою карету. Слушаюсь, Ваше Величество. Что это эхо замолчало? Да, его что-то не слышно больше. Сейчас оно кажется где-то совсем близко. Где ты, эхо? 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 А не покажешься ли ты нам, любезное эхо? Много раз я тебя слышал в горах, когда на охоту ездил. А видеть до сих пор не приходилось. Ну, покажись! Молчит. Попросите вы его, Ваше Величество. Вам оно как будто быстрее откликается. Милое эхо, пожалуйста, покажись. Ау! Ну что, покажешься? Покажусь. Если его на волю отпустите, и меня не обидите. Ишь, как разговорилась. Тебя никто не обидит. А его нам допросить сначала надо, коль он в тюрьму попал. Ты слышишь, эхо? Тебя никто не обидит. Вот теперь и вам не отвечает. Экое оно упрямое. Ваше Величество, господин посол просит сказать, что из всех чудес эхо самое чудесное. А если уж оно еще и покажется, то это чудо прославит Ваше Величество на весь мир. Ваше Величество, обещайте исполнить все, что оно просит. Это так интересно увидеть эхо. Дозвольте доложить, приказание Вашего Величества исполнено. Арестованный доставлен. Хорошо, пусть подойдет. Здрасте, Ваша милость. Вот уж не думал, не гадал к вам в гости попасть. Эй, да идут-ка самогудка моя тоже, кажись, здесь гостит. Побеседуйте с ним, господин канцлер. Разузнайте, в чем тут дело. Да покороче. Слушаюсь, Ваше Величество.
Так ты говоришь, это твоя дудка, парень? Была моя. А где ты ее взял? Я не брал, мне дали. Кто дал? Один старичок. Где он сейчас? Я не знаю. Ты что-то путаешь, малый. Путает, ваше величество, путает. Дудка наша, он ее украл. Но ведь дудка-то у вас. Мы ее, ваше величество, через полицию обратно получили. А он за кражу в тюрьму попал. Допросите-ка, пожалуйста, этих господ. Только покороче. Слушаюсь, ваше величество. Не угодно ли ответить, где вы изволили приобрести эту дудочку? В лавке, ваше превосходительство. У старика одного. Так, а не будете любезны сказать, где эта лавка, где стоит? И это, ваше... Этого никто не знает, ваше превосходительство. Ведь он волшебник, колдун. Да. Вот так загадка. Кто же у кого дудку украл? Как вы полагаете, господин канцлер? Я полагаю... Астан, Алитон, Малем, Черчер, Алиман, Букбак. Фью, фью. Что это по-нашему? Господин посол изволил сказать, что в старину мудрецы умели узнавать, кому принадлежит. Как же они узнавали? Очень просто, ваше величество. Кого эта вещь слушается, тот ей и хозяин. Так вот, господин посол спрашивает, не угодно ли вашему величеству приказать нашему почтенному хозяину и музыканту по очереди сыграть на волшебной дудке. Что ж, пожалуй, посол дело говорит. А ну-ка, сударь, попробуйте сыграть нам что-нибудь. Слушаюсь, ваше величество. Ой, ради этого стоило нам приезжать сюда. Можно было просто в коровник пойти. Дайте-ка самогутку этому парню.
Нельзя ли что-нибудь веселее? Повеселее? Это он, ваше величество, разжалобить хочет. Можно и повеселее, раз со своей самогудкой встретился и знакомый голос услышал. Эх! Ой, ты дудка моя, самогудка моя, это ты моя дуда привела меня сюда. Да в карете золоченой, с вензелями и короной, из тюрьмы моя дуда так не возят никогда. Дудка, дудка, самогудка, брось ты старую погудку, заиграй на новый лад. Пусть запляшет старый млад. Эх ты, дудочка моя, самогудочка моя, в самогудку станешь дуть, сами ноги в пляс идут, сами ноги в пляс идут, сами ноги в пляс идут, в пляс идут, в пляс идут, в пляс идут. И... Ваше величество! Там, ваше сиятельство, там, ваше сиятельство, волшебный старик пришел. Какой волшебный старик? У которого вы чудеса купить изволили. А, тот самый старик. Ну-ка, зови его сюда, зови. Сейчас, кажется, мы все загадки разгадаем. Кто вы такие? Мы. Мы друг другу не родные, а живем как братья. Мы бродячие портные, шьем штаны и платья. Кто вас пустил сюда? Сказано было одного старика позвать. А мы, ваша милость, свадьбу нынче играть собираемся. Как? За женихом и невестой пришли. Как? Какая же свадьба без жениха? И невесты? Это верно. Да где же тут жених и невеста? Вон он, жених, с дудкой в руке стоит. Ведь ты, парень, отказываться не станешь? Не стану. А вот невесты и в самом деле что-то не видать. Ой. Дозвольте, ваше величество. Да и она должна быть тут. Тут. Что такое? Эхо замуж выходит. Ну и чудеса. Впрочем, музыкант и эхо – подходящая пара. Ну, ладно. Жениха вашего я, пожалуй, отпущу, ежели старик. Нет, нет, постойте, зачем же отпускать? Он так хорошо жалобные песни играет. Не надо мне больше жалобных песен.
Я их терпеть не могу. Но ведь, Ваше Величество, он веселые песни играть умеет. И веселых не надо. Не хочу, чтобы мои министры и генералы под его дудку плясали. Ты что, старик, и в самом деле подарил ему дудку? Верно. Подарил. Ладно, иди, малый. Да смотри, что в моей столице дудки твоей не слышно было. Слушаю, Ваше Величество. Мне и самому на вольном воздухе играть веселее. Здравия желаем Вашему Величеству. И всей честной компании. Поди вы проводи их, как бы чего не стащили. Я пойду. Мне ждать не досуг. Как это не досуг? Мы еще с тобой поговорим. На вид ты человек степенный. Что же ты господам такие негодные вещи продал? Я не продавал. Денег-то я ведь с них не получил. Не получил? Вы слышите, господин канцлер? Да вещи-то твои ничего и не стоят. Они нам только горе одно принесли. Горе? А ведь я слышал, вы из-за них графиней стали. А барин графом. Это не твое дело! Вон отсюда, проклятый колдун! Что такое? Да как вы, сударыня, осмелились меня, царя, со всем моим семейством, с министрами и генералами в западню заманить? Посмеяться над нами вздумали? Перед послом иностранной державы посрамить? Ваше Величество, клянусь честью. У вас нет чести. Слово дворянина. Вы больше не дворянин. Клянусь головой. У вас скоро не будет головы. Стража, взять их. Ваше Величество, значит, денег им... А вы куда смотрели? Простите, Ваше Величество, не иначе, как и тут волшебство действовало. Волшебство? Хватит с меня волшебства. Это только моя царица иностранка волшебные сказки любит. Никаких больше чудес! О. Слышали, господин канцлер? Запишите это. Вы ведь любите все записывать. И сегодня же в отставку! В отставку! Ну, мои умные вещи. Что вы здесь натворили? Что наделали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, я знаю. Вина тут не ваша. Ведь вас здесь и продавали. И во зло людям обращали. И хвалились вами. А вы этого не любите. Что же, погостили и хватит. А теперь все ко мне. Раз, два, три. Милости просим, гости дорогие. Здравствуйте. Здорово, служивые! Здравия желаю! Кто вы такие будете? Жениховы, друзья, приятели. Он у нас в доме жил, а мы его сторожили. Это в каком таком доме? В высоком, каменном, с железными затворами. Вот мы молодым хлеба соли принесли, а вось не побрезгует. Милости просим, гости дорогие, и жених, и невеста вам рады будут. Oh, my God.
ваше почтение его превосходительству, господину послу, его переводчику. Астана Литон Бамбуркас Черчер. Черчер, Бурдун, бля. Бля. Ну, добро пожаловать на свадьбу. Только скажи, старшой, как ты всю эту канитель придумал? Ведь до чего хитро? Вот кабы ты по-печатному читать выучился, да прочел бы столько сказок, сколько я прочел, ты бы не то придумал. Без вас нынче бы и свадьбы не было. Да ведь и вы тоже. Немало дел помогли. Карман! Кафтан, барабан. Пожалуйте, гости дорогие. Ты чего? Разве не слышишь? Жених идет. Что это я ее не вижу? Отвечает веточка, погоди 3 дня. Ты еще румянее станешь у меня. Я тебя побалую, медом напою, покачаю вечером колыбель твою. А вот и я. Здравствуй, милый. Горько! Горько! Где тут жених и невеста? Ну? Живите счастливо, в любви да в согласии. Спасибо, дедушка. Погодите, рано еще благодарить. Небось, к свадьбе-то ничего припасти не успели. Бабушка моя кое-чего напекла, наварила. Да разве печенье и варенье хватит на всех гостей? Вот вам на весь мир, на ваш свадебный пир, моя скатерть-самобранка. Правда, мала она для такой компании, да она... и вырасти может. Желаю вам цвести и расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути
главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет, пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Вам от души желаю я, друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья, дается нам недешево.